Нифига себе! Вы арестованы за удержание заложника в своем доме. Это вранье. Пройдите с нами для... Офигеть! Вот это туда, рыбака! Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в Schoolboy Runaway. Обязательно перед началом поставь свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм. Уведомления плюс расписание. Ну и как раз ссылочка на игру будет в Телеграм-канале. Короче, друзья, здесь добавили новые концовки, поэтому, ребята, ну, можем, наверное, среднее. Погнали. Андрей с другом Игорем ловили рыбку у озера. Ну, это, ребят, можете прочитать. Мы, в принципе, это читали в прошлых сериях. Все, погнали. Если что, друзья, нужно как-то выбираться. Это фанмейт, естественно, пародия, но очень прикольная. Прям очень качественная. Короче, сегодня мы будем пытаться, друзья, через крышу. Через крышу как-то... Сбегать. Нужно найти место, где можно спрятаться. Так. Он совсем спокойненько. Скоро будет в этой Я комнате. Уже знаю, что вот сюда вот можно залететь. Короче, какая-то концовка на крыше. Так что поглядим, ребят, обязательно. И также еще вроде как в подвале появилась новая концовка. Это интересно, друзья. Надеюсь, хорошие концовки будут. Так. Пронесло. Нужно найти способ сбежать от рыбака. Я видел, что у него есть машина за калиткой и лодка на берегу. Нужно выбрать что-то одно. Машину уже использовали. Так, все, спокойненько, можем выбираться, ребята. Давайте смотреть, что будем мутить. Так, напильничек выбрасываем. Здесь у нас, если что, отмычка. Ну, я не знаю. Ключ от калитки также имеется, друзья. Так, если что, сюда пока скидываем. И у нас еще ключ от чердака. Все. Если что, на всякий случай сюда все скидываем. Все, погнали. Опа. Погоди, а это что такое? Почему здесь все в краске? Это красочка, друзья, конечно же. Открыть. Нужен напильник, опа. Опа, пацаны, погодите, а напильничек-то у меня есть. Секунду. Секунду, ребятки, все. Ну-ка, давай-ка, давай. Баллончик с краской? Так, ладно, ладно, пусть он, короче, тут пока побудет. Оказывается, напильник нам нужен, представляете, друзья? Так, через крышу, а как же? Так, тут нужен ключ. Кажется, я там вижу молоток, он может пригодиться. Нужно найти ключ от чердака. Слушай, тут надо аккуратненько. Смотри, что добавили! Прикинь! Слушай, это вообще Зачем прям офигеть! Зачем я ползу по этой деревянной пристройке? Я у этого деда как на ладони. Главное, чтобы он меня не заметил. А как мне... А, тут еще лестница. Нифига. Так, тихо-тихо-тихо, спокойно-спокойно. Там дед реально сейчас запалит. Надеюсь, дед не палит меня. О, все. О, это мое спасение. Если я смогу нарисовать сигнал сос на этой крыше и что-нибудь поджечь, я то я наверняка знаю, привлеку внимание, и меня заметят и помогут думал, мне. Что Нужно действовать. Меня сбежать. Ха, тук-тук. Кто не спрятался, я не виноват. Нужен баллончик с краской. Ну, блин. Я почему-то подумал, что это для другой концовки. Ладно, тут тогда мы, ребятки, аккуратненько сейчас. Все, погнали. О. О. Кто выключил генератор? О, как! О, как можно было, прикинь! Нифига себе. Найс. Так, стоп. Давай красочку берем, баллончик. Куда мог подеваться этот мальчонка? Так, быстрее. Он пока вот занят. Я тебя поймаю. Тогда ты знаешь, что такое настоящий рыбацкий гнев. А он же сюда никак не сможет забраться, понимаешь? Он никак не сможет. Он, кстати, домой, по-моему, да, зашел? О. Нужно как-то его отключить, чтобы у тех, кто меня спасал, не возникло проблем. Нифига себе, вы серьезно, что ли? Кто не Ого. Спрятался, я не виноват. Так, погоди, он, по-моему, где-то здесь. Сейчас, секундочку, мы, наверное, подождем. Погодите, ребята.
Он здесь. Он реально здесь, ребят. Тихо, не палимся. Нам, короче, надо за калитку. Кое-что отключить, друзья, нужно. Ну-ка, открыть. Так, и ключ от калиточки. Все, найс. А он так может? У него там дополнительный ключ, что ли, есть? Дядя, ты чё, блин, офигел? Не-не-не-не-не, ну, нам смысла нету. Ребят, короче, придется немножечко подождать. К сожалению. Надо проверить другое место. А нам как раз вон туда и нужно, друзья. Нам туда и нужно. Не может быть, чтобы он просто исчез. Где же он ходит? Где же он ходит? Блин, нейросеть, конечно, это имба. Озвучка. Так, здесь он вообще не должен нас видеть. Мы уже с тобой, получается, и на машине сбегали, и плохую концовку получали, и на лодке сбегали. Сейчас вот здесь получим, и еще в подвале там написано. Ну, чел, ну, можно, пожалуйста, побыстрее? Я тебя знаю, Андрей. Ты думал, что сможешь от меня сбежать. Ха. Так, я же надеюсь, он сюда не пойдет. Во, а, тут видно, прикольно. Так, все, пацаны, let's go. Для этого замка нужен ключ. Кто открыл калитку? Блин, ну, дядя. Так. Так, короче, пацаны. Блин, он еще и спалил меня. Он еще и спалил меня, прикиньте. А он что, так быстро бегает? А это ты подевался, мальчик. Короче, знаешь что? Нам нужна отмычка. Эту дверь можно чем-то подцепить. За тот гвоздь, который торчит в перекладине за дверью. Так, мы вот так вот, ребята, спрячемся и все. Ждем. Он не должен здесь нас вообще никак заметить, по идее. У нас на всякий случай, если что, две попытки еще. Боже, дед-то реально, ну что он так душит-то, ё-моё! Но он долго меня будет искать или что? Да ё-моё! Может, он забагался? Похоже, неплохо прячешься. О, спасибо. Но я тебя все равно найду. Еще и комплиментик. Ты же знаешь, что я всегда получаю то, что хочу. Так, отлично, отлично, ребята. Все, погнали. Ну, наконец, сейчас пройдем. Где он? Дед. Он вообще там! Слушай. Где же он ходит? Березки красивые, а? Ребята, я тебя а? Знаю, Андрей. Ты думал, что сможешь от меня сбежать. Он же меня сейчас не увидит. Я тебя везде здесь найду. Все, отлично. Погнали, ребятки, быстрей. Отлично. Все, быстро. Нам это не нужно. В машине и капот. Так. Нужно посмотреть, каких деталей в ней не хватает. Капец. Неужели все? Теперь нужно всего лишь найти что-то, что можно поджечь и подать им сигнал. Что-то, что хорошо горит. А где? А что, блин? Так, ну, это, конечно, прикол какой-то. Ладно, надеюсь, это все. Давай, выбрасываем. Так. Вопрос, что тут? Что можно найти? Ключ от чердака. Ну, давай молоточек. Может, куда-то туда добавили. Давай, погнали. Офигеть! Не, ну слушай. Разработчики, конечно, запарились. Пожалуйста, пусть будет здесь. Эти доски мешают попасть в гараж. Нужно найти способ выдернуть эти гвозди. Так, отлично. Так, удочка. Нифига больше.
Так, пока дед туда идет, ребята, мы сейчас быстренько, аккуратненько. Он же туда зайдет? Этот сарай намертво заколочен. Нужно найти способ выдернуть гвозди из досок. Кто посмел отпилить доски в сарае? Так, пожалуйста, ну хоть что-нибудь тут. Блин, я уже обрадовался. О! Это точно оно! Все, а все, все. Я вижу. Все. Ты куда собрался? Тихо, 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 пацаны, быстрей! Ну, привет. Так, Лучок. Залезаем. Ну, молодец, забрался наверх. Ну что ты там делаешь? Хочешь посмотреть? Я тебя найду. И ты пожалеешь о том, что спрятался от меня. Короче, знаешь, в чем прикол-то? Он на второй этаж, прикинь, он на второй этаж забрался. Тихо, 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 тихо. Он просто камнями, оказывается, кидается. Осуждаю. Блин, ты что творишь, старый? Тихо, тихо, тихо. Ну, молодец, забрался наверх. Ну, что ты там делаешь? Ох ты, блин. Смотреть, как высоко я могу тебя оттуда сбросить. Вот ты где? Сейчас я тебе покажу. Ну, чё это такое, а, дед? Смотри, как кто тут у нас. Ты что, заблудился? Так, короче, я предлагаю, пацаны... Вот сюда вот. Не должен спалить. И прикинь, прям сюда прибежит. Да не. Андрей. Где ты, пацан? Не прячься. Хорош. Я тебя найду. Все, найс. Странно. Он точно должен быть где-то здесь. Я тебя знаю, Андрей. Ты думал, что сможешь от меня сбежать? Ха, я тебя везде найду. Он как будто здесь в доме, да? Андрей, Андрей, где же ты? Не здесь ли ты прячешься? Блин, такое чувство, что он прямо здесь где-то ходит. Чел, ну сколько можно? Прям вот, ну... Блин, я уже не могу. Реально, давай сбегать как-то. Все, 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 пацаны. Быстренько, 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 быстренько. Нам нужно быстро. Все, найс, 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 найс. Ну наконец-то, мы сейчас бежим. Пацаны, вперед. Так. Давай, 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 давай. Чуть-чуть, чуть-чуть осталось. Давай. Ну-ка. Хорош. Наглый мальчишка. Что ты делаешь? А ну быстро спускайся оттуда, пока я тебя за шиворот оттуда не снял. Что? Опа. Е-мое, почему оно бездействует? Что ты наделал, Андрей? Я тебя ненавижу. Нифига себе. Слышишь? Ненавижу. Вы арестованы за удержание заложника в своем доме. Это вранье. Пройдите с нами для... Офигеть! Вот это туда, рыбака! От меня, или вы пожалеете. Туда, рыбака! Хорошая концовка, ребята! Найс! Чё за звуки? Осуждаю. Чё там произошло? Дед, как ты... Я все помню. Как он смотрит? За это заплатишь. Осуждаю. Ах ты, дед, ты что, блин? Офигеть. Андрей призвал подмогу. Бежал от рыбака, но его спасение стоило. Блин. Ну что же, друзья, а на этом все. Вот такая вот концовочка. Следующая серия, скорее всего, завтра выйдет. Бай-бай, дорогой братишка. Залетай в Телеграм.